Здравствуй, родная. Это 43-я наша встреча в цикле программ «Разговор с женщиной» проекта «Неизведанная планета человек». Я автор, ведущий Владимир Симонов. Надеюсь, что у тебя все хорошо, и эти программы помогают тебе, помогали поддерживать тебе вот этот огонь своей удивительной вселенской женственности и как-то в какой-то степени поддерживали воздух под твоими крыльями. Но я на это надеюсь. За время 43 программ, вот этих вот, связанных одним циклом «Разговор с женщиной», я как-то не сильно получал много вопросов от тебя, и я понимаю, что тебе как бы не до этого, потому что помимо того, чтобы очувствовать себя, как-то себя адаптировать к этому миру, нужно еще и бороться за выживание. Женщина в наше время, она погружена в пространство какой-то борьбы. С самой собой борьбы, со своими какими-то несоответствиями относительно своих придуманных идеалов о себе. Она погружена в борьбу с обществом за отстаивание права быть такой, какая она хочет быть. Это борьба в семье, борьба с детьми. Это вечное какое-то преодоление сопротивления той идеальности, с которой женщина приходит на эту планету. И, собственно, ее главное это предназначение – это вот дарить свет. Транслировать свет, без которого жизнетворчество невозможно. И я надеюсь, любимая, что эти программы хоть в какой-то мере все-таки помогли тебе услышать о себе нечто новое, знаемое и чувствуемое, но новое с точки зрения того, что об этом сказал кто-то, в частности, Владимир Симонов. Это важно очень, потому что определенная затюканность, определенное невежественное отношение вот к этой женской первозданности, оно, конечно, сегодня доминирует. И это касается любой страны, любого социального мироустройства. И слава Богу, вот я искренне радуюсь тому, что время старой, рутинной системы унижения женщины исчерпало свои силы, и у тебя, любимая, есть реальная возможность выходить на взлетную полосу. Крылья-то созрели, перышки-то в полной мере проявлены. Сегодня 43-я наша встреча, и этот цикл сегодня заканчивается. 43 программы будут у тебя на YouTube, будут тебе доступны в любой момент, и ты сможешь их просматривать в любое время, потому что многое из того, что я говорю, многое из того, о чем я рассказываю, оно не может быть полностью и тотально пропущено, ибо вот эти вот социальные границы борьбы, они и спектр света ограничивают. Поэтому эти 43 программы будут у тебя в резерве в качестве поддержки твоего пути, в качестве вдохновения тебя на тебя и как бы предопределяя определенные па танца себя рассвета. Словами не определить, а чувства беспредельны. Любить это всегда молельно, всегда вселенная. Всегда океан, всегда нетленно, всегда ураган, всегда тишина созвучания, всегда танец сердец, чтоб умереть в молчании, дом, конец. Когда приполняешься светом, нет места тьме, вопросам, ответам, суете, кутерьме, сияешь звучанием неведомых нот, рождающихся молчанием безмерных высот и растворенный, и умерший, рождаешься вновь, молния утверждающий
любовь. Это я читаю несколько своих стихов, предваряя программу. С годами любишь сильнее, научаясь любить. Дышишь смелее, привыкая жить. С годами тоном светлеешь, принимая других. На мечту крылеешь, и короче миг. С годами глушит тревога, высота манит. Привыкаешь к дорогам и к тем, кто спит. С годами любимое строже, любовь и смерть одно. С годами одно и то же, скрыто окно. Небо звездное в облаках, небо яркое, цвета синего. Иногда является в снах снежное небо, в инии. Опадает мой горизонт, закрывая заветные дали, и летят корабли в порт вне законов и вне морали. И одно лишь всегда на кону – олюбовленная реальность. Если музыка встречает струну, мы услышим потом тональность. Новый ритм прорвется на звук, и вдохновение хлынет словом, танцем губ благословляясь и рук. На любовь снова и снова. Сегодня в последней нашей программе из цикла «Разговор с женщиной» я тебя познакомлю с письмом 315, в котором идет речь о Библии. То есть я получил вопрос, я отвечаю, и это вот легло в основу письма. Итак, Таня пишет. Я несколько раз читала Библию, Евангелие, но вчера, читая Откровение от Иоанна, у меня вдруг возникло необыкновенное сильное состояние. Хотя я мало понимала слова, ощущения настолько были пронзительными. В те минуты я не была на земле, но это было пространство, знакомое мне, и в то же время пока непонятное, неосознанное мной полностью. Это было настолько чисто, это было настолько искренне, я плакала. Библия написана именно для земной эволюции, спрашивала Таня. И Симонов отвечал. Нельзя разрезать живое, цельное. Нельзя извлечь сердце и изучать его отдельно. Нельзя солнце взять и вырвать из солнечной системы. Пора человеку понять, что все едино. Все едино. Нет земной цивилизации и нет неземной цивилизации. Исходя из этого, есть микро и есть макро, как вверху, так и внизу. Для того, чтобы ты лично поняла, как устроена Вселенная, тебе нужно изучать себя. Таким образом, Вселенная заложила искреннее знание, самое сокровенное знание под носом у человека. Наверное, для того, чтобы человек не мог их найти быстро, а только открывал, осознавая. Если спрятать здесь, то ты будешь искать там. Так человек устроен из-за своего эго, из-за своей самости. Ему надо бежать, преодолевать что-то, легче за углом искать, чем под ногами. Почему религия всегда обращала человека вовнутрь? Наука тащила его вперед, а религия обращала вовнутрь. А сейчас пришло время, когда это можно уравновесить. Потому что что внутри, что снаружи, одно и то же. Не одно и то же, как физическое проявление, но одно и то же, как единство. Библия – часть великого единства. Библия – книга, не написанная для одного мгновения. Первая встреча с Библией, она, конечно, привычно как бы воспринимается как какой-то источник информации. И не секрет, что человечество долгое время использовало Библию как свод каких-то кем-то и как-то переданных знаний об этических взаимоотношениях, прежде всего, человека и человека.
И только вот сегодня, когда сознание уже расширилось до такой степени, что Библию можно воспринимать как определенное ословленное светоносничество, вот только сегодня можно Библию уже принимать всем сердцем не как источник информации, а как восхитительный, феноменальный документ, вдохновляющий человека на себя самого. Не того рутинного, социального, придуманного и ограниченного кем-то и как-то. Законами, конституциями, там, правилами. Нет, не это. Библия изначально, с момента своего появления, была предназначена для того, чтобы в человеке поддерживать огонь его божественности. На этапе неосознанного, вернее, недостаточно развитого сознания, это было как вера. На этапе сегодняшнем, когда мы, в принципе, достигли величайшего эволюционного момента развития, в пределах эволюционной программы развития Вселенной, то Библия сегодня становится фактором вдохновения, удивительным пространством прозрения самим собой, совершенно феноменальным явлением в жизни человечества. Сознание людей 5000 лет назад – это одно. Сознание людей 2000 лет назад – это другое. Сознание людей сегодня – это третье. Через 1000 лет – четвертое. Единственное эволюционное звено на Земле – сознание. Человеческое как эпицентр, а есть ниже, есть выше человека. Библия – книга, отличающаяся от других только тем, что она не написана для одного конкретного сознания, уровня сознания. Если ты написала книгу, описывающую какие-то события, что ходишь на работу, влюбилась, вышла замуж, развиваешься, это для конкретного мироощущения. Ну, может быть, 100 лет, может быть, 200. Может, если повезет, 300, но уже 500 лет невозможно. Посмотри, как мало нам досталось из книг, которые были в ходу 500 лет назад. Но Библия выдержала как минимум 2000 лет. И сколько еще будет жить, потому что Библия дает толчок, провоцирует новое сознание. «Письма о красоте», дорогая моя Татьяна, это продолжение Библии. Только написанное на новом сознании. Не убей, не укради, в лоб не работает сегодня. Нужно по-другому. Не убей себя, не укради у себя. Я говорю, и это тоже продолжение Библии. Ее утончение, ее глубина. Библия – книга «Вектор» на пути осознания человеком, его единство с Вселенной. Библия – книга, которая заявила об этом единстве. Многие ли так понимают эту книгу? Нет, конечно. Но чем больше человек будет развиваться, тем больше он будет понимать, что эта книга, Библия, написана о тебе, обо мне, о каждом из человечества. И при этом не так важно, в общем-то, чем руководствуется человек в принятии своей божественности. Торой ли, или Талмудом, или Библией, или какими-то другими источниками тех или иных религий. Это не так важно. Источник один и тот же. Источник один и тот же, источник светоносности, определяющий жизнетворчество на этой планете. Не Библия сама, а энергия Библии, ее внутреннее содержание, между строк. Никогда не поймешь Библию, если ты будешь Библию трактовать по трактованию другими человеками. Только сама. Это как стихи. Читаешь, получаешь волну. Волнение отражается в чувствах. Ты Библию читаешь, получаешь волну. То, что ты получаешь, и есть Библия. А не то, что там якобы написано, и кто-то это расшифровывает. Библия не простая книга, но Библии, на Библии многие головы разбили себе, потому что все пытались ее расшифровать.
И они стремились наружу. Вот ударили по одной щеке, подставив правую. А что это значит? Многие притчи, записанные в Библии, они, несмотря на то, что писались кем-то в свое время, в любом случае эти строки были продиктованы вот этим вот реализацией принятия света, трансформации света. В основе вот самой способности записать эту книгу, несомненно, лежит подвиг женщины. Я в своем романе «Мария Иисус» подробно это исследовал и описывал состояние, в котором вот могла Мария, в общем-то, подойти к моменту, когда она, трепетно и безоговорочно принимая Иисуса в качестве великого учителя, любя его и преданно служа идеям, которые он проповедовал, после его распятия она, я думаю, приложила очень много усилий для того, чтобы заставить учеников написать воспоминания. Их надо было, во-первых, найти, они разбежались. Это мужчины. Они собираются в какую-то группу, пытаясь овладеть какими-то качествами самих себя, но качествами социальными. Поэтому только Мария могла через проповеди Иисуса, через присутствие в пространстве, в котором Иисус перлы разбрасывал бриллиантового знания, вселенского знания, только в этих условиях только женщина могла не окунаться, не искать социальную какую-то опору в своем творческом развитии, а абсолютно преданно и тотально служить учителю, своему любимому. Поэтому я думаю, что она потратила, ну, считается, что Библия была написана через 70 лет после того, как Иисуса распяли. Ну, я думаю, что вот она собирала эти материалы, заставляя писать, и именно и подвиг женщины в вот этой реакции себя на истину, вот то, что заложено и в тебе, родная, вот эта способность реагировать на истину, без всяких рассуждений, без всяких предопределений. Вот любовь и все. И ты там тотально. Вот только это вот удивительная предназначенность женщины в реакции ее на свет мало способствовала тому, чтобы эта книга была записана. Когда ты ищешь Библию снаружи, когда ты ее читаешь и пытаешься интерпретировать, то Библия исчезает. Возникает просто бумага, на которой что-то написано. Трактуя написанное, ты становишься игроком какой-то игры, практически становишься больным. Это особенно ощущается сейчас. Религия сегодня превратилась в какую-то несостоятельность, в какую-то фиктивность, в какую-то придуманность. Потому что самая большая ценность Библии в том, что она впервые стала писать о человеке не как о физиологическом существе, а как о божественном, определив движение человека от той физической реальности, которая есть, к Царству Небесному. Библия впервые цельно и явно представила человеку этапы эволюции. В этом плане ее революционность, ее грандиозность. Если читать Библию так, то Библия для тебя как движитель, как источник энергии. Но тогда ты должна Библию в себя впустить, ты должна ей довериться, ты должна в себе откликнуться на это, ты должна стать Библией. И это качество, которое доступно на нашей планете только женщине. Ибо женщина проживает любовь не тем, что она осознает действия там, или какие-то понятия. Нет, она целиком становится любовью. И без этого женщина не выживает женщиной. Так же и Библия. Если женщина читает Библию и не становится Библией, не понимает, что это все о ней, это все для нее, это ее инструментарий, то в этом случае Библия будет принята как информация, чисто мужским восприятием. Где-то Библия, где-то жизнь.
Для женщины любовь – это не где-то, это она сама. Точно так же для женщины Библия – это не где-то, это ты сама. Я так писал Тане, отвечая на ее письмо. Если воспринимать Библию как какой-то диктат, что, мол, если так написано, то так надо, это глупо. Библия переписывалась столько раз, что многие истины Иисуса исправлены до неузнавания. А вот вдохновившись этим материалом писать собственную Библию, то ли конкретно писать, то ли придумывать, то ли осознавать, это очень важно. Тогда Библия и ты становитесь единым. Ну, женское начало правит миром. Женское начало рождает мир. Женское начало управляет миром. И если Библию ты, как женщина, будешь воспринимать именно на уровне, вот точно так же, как ты реагируешь на слова любви, как ты реагируешь на цветы, то в этом случае Библия способна внести в тебя слово, которое отогреет твое сердце, настроит, откамертонит его на те удивительные пространства, которые являются для нашего земного воплощения истиной истин, пространство иерархии сознания. Бог – это ты. Это впервые было сказано в Библии. Апостол Павел говорит в Евангелии, что Бог – это ты. Ты и есть храм Божий, и содержать его надо в чистоте. И если ты это принимаешь, то какая возникает фантастическая ответственность тебя за себя? Потому что ты Бог, и это совсем другая ответственность. Ответственность Бога, чем просто человека. Сегодня, вот в третьем тысячелетии, человеку действительно предстоит осознать вот свое совершенно новое состояние, право на ответственность, ответственность быть Богом. Иерархия сознания включает в себя многие ступени. Вот есть ступень человека, есть ступень Бога. В случае, когда сдвигается уровень сознания, то человек должен занять ступень божественную, Бога, а Бог в этом случае уходит на более высокую ступень. И вот таким образом иерархия сознания функционирует, развиваясь. Достоин ли человечество сегодня для того, чтобы занять вот эту вот ступень Бога? Конечно, несомненно. И не обращайте уж так уж много внимания вот всяким негоразным, которые сегодня случаются в жизни нашей. Самым страшным, самым трагичным. Тем не менее, это негоразды, это отрыжка, это формирование нового пространства со сбросом старого. Нельзя налить новое вино в старые меха. Меха порвутся, и вино выльется. Поэтому идет мощнейшая чистка ментального пространства, и энергетически это уже восполняется новыми совершенно палитрой света. И Библия в этом плане как руководство к действию. К действию через недействие. Потому что самое главное – это принимание света. И расшифровка этого слова, расшифровка этой энергии через реакцию, через чувство, через качество любви, в конце концов. Просто человек, 70 лет и пропал, ты пропала. А если ты Бог, ты вечная. Каждое твое действие сегодня уже вносит вклад в беспредельность. Возникает совершенно другое самоощущение. Другая возникает ответственность, другое сознание. Библия – фантастическая провокация человека на рост сознания. Она первая определила, что должен делать человек. Человеку земному говорят, что он царство небесное. Многие поняли, что это после смерти. А чего это вдруг после смерти? Сегодня, сейчас, бери ответственность и будь. Кто мешает? Только внутренняя самость, только эго. Только состояние неполноценности. Но это же все от сознания зависит. Значит, Библия провоцирует тебя на рост сознания. Библия, опережающая реальное сознание людей, книга. Библия, Евангелие – это только форма.
земной вариант. Содержание не подлежит земному, это высшее. Благодаря этому она и тащит человека за пределы земного плана. Человечество ведомо существованием, и солнечный свет, определяя все абсолютно жизнетворчество на этой планете, все абсолютно, включая человеческую эволюцию, оно постоянно посылает сигналы управленческие и корректирует человека на пути эволюционного развития. Мы нашим телом воплощены здесь, на планете Земля, только как скафандром, то есть пространством, в котором. А вот то, которое, божественная суть наша, она и связана напрямую со светом Солнца. Ибо, рождаясь, человек выталкивается импульсом света в пространство конкретной гравитации, конкретной планеты, конкретного нашего существования с миром. И в этом плане человечество никогда не было брошено на произвол, ибо, как говорил Оша, каждый лакомый кусочек во рту Господа, мы очень значимое звено эволюционного развития. И если вся Солнечная система, если вся планета и все миры, которые проходят эволюционное развитие на этой планете, ассистируют нашей эволюции, ты можешь себе представить, какие энергетические затраты несет существование на то, чтобы поддерживать наше эволюционное развитие. И мы в этой сети эволюционного совершенствования Вселенной очень важное звено, потому что наша идеальная неидеальность, она постоянно вызывает провокацию для развития. Это чисто по законам гармонии. Тоника, субдоминанта, доминанта, новая тоника. Мы проживаем это точно так же и в реальной жизни. Возникают процессы, которые разрушают предыдущую тонику. Возникают процессы, которые формируют преддверие новой тоники. И рано или поздно приходит другое пространство. Сегодня мы как раз переживаем глобальную трансформацию вот нашего земного воплощения. Мы практически передвигаемся по иерархии сознания, и, соответственно, все то, что недостойно нового этапа эволюционного, оно все отомрет и будет использовано в качестве какого-то другого подспудного материала, в качестве гумуса, может быть. Поэтому Библия, определяя божественность человека, выводя его за пределы простой социальной бытовой неразберихи, она, конечно же, провозгласила человека как Богом. Она провозгласила человека с невероятными возможностями. Она провозгласила человека как субстанцию энергетическую, на эволюционное развитие которой выделены сумасшедшие ресурсы по Библии Царства Небесного, по нашей уже современной терминологии, на современном уровне сознания, энергии света. Царство Небесное – это не Земля, а высший план эволюции. Следующий этап эволюции, божественной эволюции, когда человек будет божественным человеком, когда человек будет проходить эволюцию Бога, это Царство Небесное. Важно очень эту книгу, Библию, Таня, это я пишу Татьяне, воспринимать как фантастическую перспективу человека. Но кто ее так воспринимает? Церкви ее задогматизировали, верующие зафантазировали, а живых нормальных людей, которые ее читают, очень мало. Это книга, которая связывает земную эволюцию и вселенскую эволюцию. Поэтому она не является только для Земли, она является единством вселенским. Но на уровне Земли единство определяется вот таким образом. Допустим, на Венере эта же книга будет в виде иного энергетического пространства. Когда ты в медитацию уходишь, ты тоже уходишь в Библию. Ты же не можешь это выразить просто словами. Это разные энергетические выражения одного и того же. Библия, медитация, чувство.
Поэтому где-то вне Солнечной системы та же Библия, те же истины изложены по-другому. По-другому, на другом, для другого. Всегда новое по-новому на новом. Где каждый шаг неведом, как в тупик. Где каждый шаг только на лик, лик, где от основ мой шаг к основам. Нет ничего, чтобы ты мог делать небожественного. Нет ничего, что Бог может сделать без тебя, не задействовав тебя. Ты становишься частью Его. Ты есть часть Его. Ты становишься маленькой, осознанной энергетической клеточкой этого фантастического пространства, которое называется Бог, которое определяется как любовь, которая тотально и целиком реализуется как энергия света. Письмо 316-е, воскресенье, из Парижа. Себя собою по себе, как по траве босой ногою, как до любимого рукою, словно летание в ходьбе, осознанность – первозвучание, как фейерверк искристых нот, где ни пиано, ни фагот, но нежное соприкасание, но искренность, но чистота, но наполнение пространством после плутания и странствий – осознанная красота. Спасибо, родная, что мы с тобой были 43 раза вместе. Дальше будут какие-то другие программы, но этот цикл «Разговор с женщиной» проекта «Неизведанная планета человека» я заканчиваю. 43 программы в твоем распоряжении, и ты можешь периодически возвращаться к ним, слушать это все и вдохновляться на себя, любимая. Потому что все мы дети друг друга, и только любовью мы человеки. Всего самого наилучшего. До новых встреч.